День добрый! Сегодня я хочу вам рассказать видео по поводу драйв-закупа. Драйв-закупы – это когда вам доставка продуктов привозится домой. Здесь, в Польше, именно в Люблине, существует много магазинов, но в основном мы заказываем через Leclerc и через Tesco. В каждом есть свои привилегии. В Tesco основная привилегия в том, что раз в месяц по вашему адресу, если вы уже зарегистрированы, вам будут присылать купон на 30-35 злотых. То есть вы заказываете на 100 злотых, и вам отнимают потом позже от вашей продукции 30-35 злотых. Минус в том, что в Tesco, получается, вы платите за доставку, и доставка это происходит, то есть если сегодня первое число, то вы можете заказать в лучшем случае на третье, получается, да, с первого на третье. Вы, получается, указываете время, и к вам привозят продукты. А в Leclerc, допустим, привилегия в том, что вы можете как заказать на месте продукцию, то есть если вы знаете, что вы будете ехать после работы, вместо того, чтобы заходить скупляться, лишний раз тратить там на какие-то выборы продукции, вы заранее делаете заказ, приезжаете и все оплачиваете на месте. А оплата, кстати, происходит картой, либо же наличными. Тут плюс есть в том, что вы заказываете, если до 100 злотых, вы платите, по-моему, тоже 10 злотых за доставку. Если заказываете повыше 100 злотых, доставка бесплатная. Доставка производится плюс-минус 30 километров возле города. То есть главное это указать время. И, допустим, очень часто, что есть доступное время, если сегодня первое число, вы можете завтра на 8-9 утра, ну, 8 редко, потому что в основном в 7-8 открываются магазины, заказать продукцию. То есть все привезут вам домой, доставят, хоть вы будете на 14 этаже жить, все принесут в руках в пакетах, все донесут, и все будет отлично. И так само, если какие-то моменты продукции не хватает, что вы там переживаете, либо не было продукции, либо замена продукции, вы указываете это в интернет-данных, когда выбираете магазин, и вам, получается, перезванивают и говорят, хотите вы или нет. Если же такой продукции нет, вы можете просто отказаться. То есть там ставят выбор, либо же мне перезвонят, уточнят продукцию, либо же просто продукт не привозят. Если продукт не привозят, вы не переживаете, к вам привозят эту всю доставку. Даже если 100 злотых, да, вы заказали, но было меньше, то вы не платите за доставку. То есть вам привезли 100, значит вы и будете 100 платить. Вы можете по чеку все проверить и так само расплатиться. Правда, картой вы платите только через интернет сразу, а наличкой уже, когда к вам привозят продукцию. Ну, такие вот плюсы. Спасибо, что были с нами. У нас еще очень много интересной информации для вас. Оставайтесь, ставьте классы, пишите ваши комментарии. Оставайтесь с нами. Пока!